Всем привет! Сегодня мы вам покажем, как получить вот такой вот крутой магнитофон. Для этого надо зайти в игру Vehicle Simulator. Выбираем среднее, вот этот режим. Третье. По счету. Смотрите, тут крутые есть тачки. Ой, ну чуть не задавили, ё-моё. Отойдем подальше с дороги. Для безопасности. Так, заходим в магазин. Ну, в Роблоксе она не обязательно. Ты здесь тоже. А, да? Ищем крутую тачку под названием CMD Hover Car. Так. Нам нужно ее купить. Покупаем. Надо деньги заработать, как бы. А у нас есть 40 тысяч, а она стоит всего почти 2 тысячи. Так, все, мы ее купили. Одну теперь тысячу с переходим в мои машины и выбираем ее. Так, вот, вот она выбрана. Нажимаем Drive. Вот, кажется, она. Тоже кого-то чуть не придавили. Ладно. Все, садимся. И куда-то едем. Итак, первое, куда нам надо поехать, это вот в этот вот дом. Ориентируйтесь вот на этот значок. Вот, можно даже вот так вот поставить маршрут и по нему поехать. Так, но у нас же крутая тачка. И мы можем на ней... Да, если вы знаете, это же тачка из фильма «Назад в будущее». И вы помните, что она там летала. И наша тачка тоже может летать. Да, и вот так вот мы летим. Сейчас мы елочек позбиваем. Потому что деньги дают за это. Да, за то, что вы тут... Ой, е-мое. Летаем. За то, что вы тут ездите на машинах и летаете, вам дают деньги. Летаем. И это очень прикольно. А на какие кнопки? Так, чтобы летать, это английская кнопка Y. А чтобы приземляться, это X. X. Так. Летаем, летаем. Какая? В общем, через полчаса, когда вы научитесь летать и перестанете сбивать елки. Как я. Русская она? Или... Так, чтобы взлететь, это английская кнопка Y. Русская N. А. Да, чтобы приземлиться, это английская X. Внизу. Русская Ч. Наконец-то. А как вы вот на F, как в GTA. Кота. Так, и вот, когда вы добрались до места, это какая-то лаборатория какой-то корпорации. Это рыболатория. Подходите к автомату и заказываете. Сначала шоколадный пончик, затем хот-дог, затем колу, потом пончик розовый. Розовый. Потом пончик. Обычный. Обычный. С глазурью какой-то. Затем хот-дог и колу. Так, заказываем в следующем порядке. Эй. Пончик. Шоколадный. Шоколадный пончик. Хот-дог. Кола. Розовый пончик. И обычный. Белый пончик. Затем еще один хот-дог и кола. О, смотрите, что происходит. Если вы все правильно нажали, то открывается такая секретная дверь. Как показано на видео. Так. Оно помогает. Куда нам надо идти? Что здесь такое? Ух ты. Это что? Очки какие-то. Ноль. Покупаем. Они ничего не стоят. Ноль денежек. Ноль денежек. А, так. Это типа потерянные, можно взять бесплатно. Да, наверное. Позвони кому-нибудь. Открываем. А, вот, смотрите. Открываем свой телефон. Здесь есть, вот, появилась Bluetooth как раз-таки из этой лаборатории. Нажимаем. Наденьте ваши очки. Угу.
Нажимаем включить. Выбираем телефончик. И теперь у нас, видите, все какое-то стало зеленое. Ой, и глаза такие клевые. Так. Смотрим, тут какие-то надписи появились. Так, пройти мы сюда не можем. И нам надо только прыгать и искупаться. Итак, мы появились заново. Теперь нам надо снова зайти в телефон, в настройки, выбрать очки и надеть их. И тут нам... машина красивая. Проехала такая. И дальше... Зеленая. Дальше нам надо проехать по нескольким локациям с этими очками. У вас на экране все эти локации, куда нам надо будет ехать. Так, давайте нашу крутую тачку. Ой, не то. На F. Сильвей, поехали. Нам нужна водная академия. Вот она где-то там. Как туда попасть? А, вот. Идем в эту академию. Главное, что мы в очках, и мы все видим. Идем по коридору. И вот, мы нашли первый... А, это дискеты для того компьютера, которые были в лаборатории. Понятно. Отлично, первый собрали. Второе место, куда мы поедем, тут недалеко, это какая-то взлетно-посадочная полоса. Так, вот здесь вот она находится. А, вот маршрутик мы сделаем. Давай я. Ты уже полетала. Вот смотри, вот мне все-таки кажется, вот это вот подсказочки такие специальные. Потому что и звук. А, ясно, это чтобы гоночку начать. Все, понятно. А, вот, вот, а что я вижу, что я вижу. Еще одна штучка. Так, еще одна дискета. Забираем ее. Третье место — это пожарная станция. Во, вот она. Так, вот пожарная, да? Так. Приехали к пожарной станции. И где-то тут поблизости. Еще одна штука. Да. О, вот она светится. Забираем. Так, три собрали. Четвертая. Четвертая находится где-то. А сколько их всего надо? Восемь. Так, четвертая находится вот здесь, в доках. Вон, вот, сюда приехали. Да, вон тут даже видно зелененькое. Только чуть-чуть. И открытый контейнер. Красный. Заходим. А я думала, она у стены, а она посередине. Угу. Так, четыре собрали, еще четыре осталось. Я только что хотела сказать. Так, едем собирать пятую. Пятая у нас в полях находится. Или... нет. О. Филикейт. О, вот она. Клёво. Давай в неё въедем. Откуда тебе? Спасибо. Вон озеро, по-моему, туда нам надо. А, ты видишь уже, да? А, да. Итак, вот еще одна дискета. Забрали. Это что за подарочек? Нормальный подарочек нашли какой-то. О, вон зелененькая. Вот зелененькая, так. К следующему я поеду. Пока, машинка. Так, забрали дискету. Смотрите на карте, где это находится. Вот, вот здесь это находится. Где наша машинка? Так. Вот где-то здесь. А, вот тут на вышку, по-моему, надо залезть. Вон, на кран, на кран. Ползи, давай.
А, вот. Не так-то просто забраться на эту площадку. Наконец. Опа! Ух ты, мы уже попали в лабораторию. Лабораторию. О, открылся проход. Вообще-то они так не закрываются. А, не попали мы в лабораторию. Это нам показали, что открылся проход. Harvest. Это урожай, по-моему. Сальто. Парашют нам тут не нужен. Парашюты для слабаков. Да. Между прочим, да. Все, приземляйся. Я больше не могу на это смотреть. Что там надо? Пончик. Дерзаного пончика, потом. Хот-дог. Кока-кола. Розовый. Белый. Хот-дог. И кока-кола. Да, очки. Так, идем вот в этот проход. Не прислоняюсь. Так. И смотрите, вот здесь вот какой-то лазер светит. Или что это светит? Вот мимо него надо пройти аккуратно, в общем. И дальше спускаемся, спускаемся. Долго спускаемся. Да давай, спускайся. Опять эта штука. Так, о, куда мы пришли? Аккуратней, только не попади еще в какой-нибудь лазер. Ух ты. Там паркур. Что, еще и паркур? А можно на машине тут пропаркурить? Нет. Где я? А нам точно туда? Не прыгай, иди дальше. Вон туда, иди дальше. Не убьемся. Давайте попробуем вызвать тачку. Тачку. О! Так будет намного быстрее. Я. Давай. Только не взлетай, пожалуйста. Просто едь прямо. А почему? Не взлетай. Тут очень длинный коридор. Хорошо, что мы взяли тачку. А, нет, не очень длинный. Вот мы и доехали, в общем-то. Вылезай. Идем туда, в комнату. А. Так. Да. Надо ввести код 1985. Именно столько стоила наша машина Долориан. Так, мы запустили ракету. Поворачивайся, что там происходит. А, мы ее открыли. Так, заходим туда, в эту ракету. Ух ты, мы, короче, улетели куда-то в космос. Далеко космос. Красивый. Крутяк. Вот это. Так, ну по идее, все, мы на ракете улетели, и мы получили наш как приз. Так, ну ладно, да ладно, идем. Нормального роста. Осталось только сюда зайти. Ух ты, и мы появились. Снова в лаборатории. Так, ладно, теперь идем и смотрим, появилось ли у нас в инвентаре. О, вот он, ну-ка. Смотрите, у нас теперь есть. Незаметно будет. Крутой магнитофон. Волосы мешают. О, нет. На спину, блин, клевый. Мне нравится. Я оставлюся. Если вам понравилось видео, и вы хотите еще больше бесплатных, клевых вещей, эксклюзивных, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь обязательно на канал. Ну и все, всем пока.